Всем привет, дорогие друзья и коллеги. У нас сегодня такая необычная презентация, потому что она, во-первых, идет после глобального звонка большого. Еще не все успели забежать сюда, как-то переключиться с одного на другого. Был достаточно длинный доклад Анны. Ну, естественно, Джереми, как всегда, выступал достаточно долго. То есть такой интересный был глобальный звонок. Мы его, может быть, еще не успели осмыслить. Он был больше посвящен криптовалюте, скорее, да, то есть торговле на криптовалютном рынке. И вот сейчас у нас есть очень замечательный презентатор Александр Бахман, который живет в Германии, Чехии, там в Европе, где, кстати, сейчас будут большие события, то есть туда приезжают основатели, сначала Германия, потом Венгрия, потом Франция, может быть, немножко другой порядок. Вот, поэтому прям с тех полей Александр нам сегодня будет делать упор, больше рассказывать о торговле на рынке Форекс. Вот, то есть глобальный звонок у нас был посвящен так больше крипто. Там Анна объясняла, что, какие алгоритмы она подключает, как это работает. Поэтому обязательно, если вы не были, посмотрите в записи. Ну, а сейчас у нас с вами Александр. Пожалуйста, расскажи о Форексе, который более удачно, несравнимо более удачно по сравнению с крипто, как-то нам сразу зашел, да, и дает достаточно стабильную прибыль. Вот что это все означает и куда все это может привести. Спасибо тебе заранее. Добрый день. Думаю, тут все у нас еще день, никто не ночь. Значит, зовут меня Александр Бахман, кто меня не знает. Живу действительно в Германии, в Чехии. Сейчас, правда, нахожусь в Черногории, на море. Здесь лучше работать, чем в настоящее время в Германии или где-либо. И поэтому хорошо, что нам сегодня нас подготовили всех к серьезным вопросам. И сейчас речь будет идти о том, что мы сегодня с вторым, если так можно сказать, направлением или продуктом, который Дейзи предлагает, или уже он третий, если взять Uplift. Вот. И здесь, ну, второй продукт я имею в виду с нашим основным партнером Endotech. Анну Бекер вы сейчас слышали, она еще раз много о чем рассказала. Задача моя намного упростилась, то есть Джереми разогрел. И теперь я буду рассказывать только о Форексе, исключительно о Форексе. И если потом в конце у кого-то будут какие-то вопросы, у нас время есть до завтрашнего вечера, поэтому все хорошо. То есть я могу открыть экран, да? Алексей, дай мне возможность открывать экран. Так, видите экран? Все хорошо? Да, отлично видно, Саш. Все в порядке. Поехали. Так, делаем. Так, это вы все помните. Нужно это показывать. Я это не повторяю. Вы знаете, что Дейзи в настоящее время, ну, наверное, чуть ли не панацея от всех бед в данной ситуации. Особенно для тех, кто живут в очень непростых условиях. Я имею в виду регулировки финансовых различных операций, это Россия и другие страны СНГ. То есть это как сам Бог велел этим людям о Дейзи рассказывать. Почему Дейзи? Потому что Дейзи — это бизнес-сообщество с практически неограниченными возможностями и с неограниченным будущим. Да. Вот. И мы сразу с вами перелистываем эту страницу. На этом хотелось бы два слова сказать по поводу этих цифр. То есть наш сегодня уже почти 160 тысяч, да? Более 200 миллионов USDT было через проект Дейзи уже, так сказать, инвестировано. Более 100 миллионов, подумайте, выплачены вознаграждений членам сообщества, комьюнити через смарт-контракт. Это означает, в режиме реального времени деньги в ту секунду, когда человек их в кавычках заработал, он их получил. И при этом 34 миллиона прибыли заработанной трейдинге именно криптовалютном. Понятно, что до октября-ноября, когда все было хорошо, мы лежали в районе 120% примерно за 8 месяцев реальной работы. То есть это можно было, этим можно было гордиться. Что потом произошло за последние полгода, не секрет, Анна сегодня об этом говорила, что за это время
сотни, тысячи компаний, как корова языком слизнула, они просто исчезли с рынка. Дези это пережила с плюсом, наверное, вы все видели это плюс. И 10 июня стартовал, был старт искусственному интеллекту Дези 2.0. На этом мы заканчиваем и сейчас начинаем с Форексом. В мае 2022 года Форекс стартовал полностью. Мы знаем, что началось в апреле, но именно в мае уже в полной мере Форекс стартовал. Про Анну не рассказываю, про это тоже не рассказываю. Вы это все знаете, что Дези опять и опять везде, или Эндотек везде оказывается в числе лучших, даже на Binance, это я обязательно хочу сказать. То есть она в числе 5 лучших брокеров, а Binance это все-таки самая крупная криптовалютная биржа. И если там Эндотек в число входит 5 лучших, но это означает, что, наверное, все-таки не пальцем деланные для сотрудники Эндотек во главе с Анной Беккер, они знают, что делают. Окей? Это мы тоже уже все слышали. Теперь начинаем с того, о чем мы, в принципе, в первую очередь сегодня и хотим поговорить, если не сказать, исключительно об этом мы сегодня с вами будем разговаривать. Полностью стартовал Форекс в мае 2022 года. В чем отличие коренного Форекс-торговли, который у нас здесь есть, от всех других? Потому что здесь идет речь о высокочастотный трейдинг со средним результатом 5-8% прибыли в неделю. Торговая неделя Форекса – это 5 дней. С понедельника по пятницу. Да? То есть 5 дней – такая прибыль. То, что это на самом деле возможно, как Анна еще в октябре прошлого года говорила, или в конце сентября, некоторые из вас были на той презентации, когда Анна впервые Форекс с высокой трибуны презентовала, и в частных разговорах, ну там Алексей или Елена, которая здесь присутствует, Аркадий, вы тогда слышали, что в частных разговорах она говорила, ну с теми возможностями, которые искусственный интеллект в тот момент давал, только ленивый может заработать меньше 1,5% в день. То есть это реально зарабатывать. Но она так добавляла уже в узком кругу, где там у нас было 10-15 человек, что реально 30-40% в месяц Форекс – это реально. То есть это не с неба звезды хватать, это реально то, что возможно. И первые два месяца работы, то есть здесь результаты у нас на 30 июня, более 75% прибыли. То есть это то, что уже сегодня есть. От чего мы еще, об этом мы сейчас будем говорить более подробно. И попробуем сделать так, что когда сегодня мы будем заканчивать, чтобы ни у кого из вас ни одного вопроса по этому поводу не осталось. Если на один или другой вопрос не смогу ответить, но думаю 2-3 дня и на этот вопрос мы тоже получим ответ. Потому что благо у нас довольно-таки прямой провод с основателями, с Ильей, будь то с Джереми или с Эдуардом. 1 июня был запущен промоушен Forex Momentum с целью собрать 100 миллионов USDT через краудфандинг. В чем его суть? Как эти Momentum пакеты работают? Как эти два пула работают? К этому ко всему мы тоже придем. Здесь хотелось бы остановиться на этом результате. То есть это то, что мы на сегодняшний день имеем. Да? То есть мы видим 23 752 206 USDT или долларов, вернее сказать, находится, собрано денег в Форексе на сегодняшний день. Из этих денег сделано 12 802 тысячи и так далее прибыли. Да? И в общей сложности сейчас трейдинг находится 34 миллиона. Это означает, если мы эти две цифры сложим, получается у нас 36 миллионов 36 миллионов 500 тысяч,
34 есть, то есть получается примерно 2 миллиона 300 тысяч или почти 2 миллиона 300 тысяч за эти два месяца люди уже вывели прибыль. То есть 10% от вложенного капитала, если так хотим, хотя мы знаем, что это немножко не так. Эти деньги у нас на краудфандинге находятся в трейдинге, мы их сегодня забрать не можем, но 10% от этой суммы за два месяца люди уже в качестве прибыли вывели. И если все так останется, здесь мы это тоже видим. На сегодняшний день прибыль у нас 76,42%. Если это пересчитать на год, то годовая прибыль без сложного процента 316,95. Что со сложным процентом получается, к этому сейчас тоже придем. Если есть вопросы по вот этим фолиям, записывайте, может быть, потом они пропадут. В конце у каждого будет возможность задать вопросы. Здесь пример двух аккаунтов. Это пример аккаунта, где человек, вы видите, да, 12 октября купил 5 пакетов. Помню, тогда была такая акция, этим открывались 10 уровней. Человек ни копейки не изымал, те же самые проценты. То есть из 1550, которые находятся в трейдинге, на сегодня 1200 уже есть. То есть 76,42, те же самые проценты. То есть если человек хочет здесь вывести, 827 он может получить. Здесь пример другого человека, который немножко больше денег инвестировал, видите, в октябре, в ноябре, да, то есть здесь в трейдинге находится 7600, здесь человек 7 мая, то есть через неделю после начала трейдинга для пробы вывел 400, получил 270, через неделю еще раз, то есть видите, в общей сложности примерно уже 2000 выведено, и уже опять 2800 человек может вывести. Как человек выводит деньги? Для того, кто, может быть, этого не знает, в конце недели, то есть в пятницу, после 22 часов, до воскресенья, примерно 22 часов, у человека есть возможность нажать кнопку вывода, вот так она тут выглядит, и в понедельник, там в районе, самое позднее, 14-16 часов, деньги на счете. Окей? Вот так выглядит, допустим, я специально хотел вам пример привести, это люди, которые ко мне имеют отношение, то есть вот человек 7 мая зашел, немножко было денег раньше, видите, 7 мая, то есть за все это время 6500 или 6600 в трейдинге, 4100 он может уже забрать. За два месяца, когда в 7 мая даже меньше, 62% прибыль. Здесь еще один очень интересный пример. Человек 31 мая зашел, понятно, день-два деньги, пока они зашли в торговлю, и на сегодняшний день у человека уже 24% прибыль. То есть за месяц 24% прибыль, с учетом того, что 1-2 дня нужно для того, чтобы деньги зашли в торговлю. То есть вы понимаете, что во втором месяце, наверное, здесь будет у человека все немножко веселей. Теперь немножко о пакетах. Все вы, наверное, знаете, если нет, еще раз для этого напомнить, что в настоящее время все пакеты краудфандинга, начиная с третьего, работают по принципу 70% трейдинг и 30% в краудфандинг. Здесь вы видите эти все цифры. Окей? То есть для чего я это делаю? Чтобы вы, может быть, для себя это еще раз как бы в ваших полочках разложили. Окей? Это обычные пакеты. Как только человек приобрел пятый пакет и больше, у него появляется возможность тот же самый пакет приобрести повторно. Этот пакет это называется моментум пакет. Да? И тогда 90% у него идет в трейдинг, и только 10% уходят. 5% идут спонсору, и 5% идут именно вот в этот который Forex пул, да? 5% идут туда. Поэтому один или другой из вас, у кого, может быть, люди под ним купили пакет в Momentum, видят, ага, 5% я получил, а другие там 2 или 1,5 почему-то их нет. Их и не может быть. Потому что эти моментум пакетом именно так работает. 90% трейдинг, 5% спонсор,
5% идет сразу в пул. И здесь вы видите, какие суммы получаются с каждого отдельного пакета. Что здесь нужно обязательно тоже подчеркнуть, что количество долей, несмотря на то, что львиная доля 90% как бы остается у человека, идет в трейдинг, он получает то же самое количество долей, то есть 8 или 256 на 10 пакете. Теперь едем дальше. Теперь мы говорим, что у нас есть два пула. Пул билдеров, строителей, и пул ачиверов, не знаю, как перевести, ну то есть больших людей, да, или боссов, или как хотите называйте. В чем суть этого пула? Здесь я хотел бы, Алексей, запусти, там два человека хотят зайти, может быть, если ты видишь, если ты слышишь. Значит, смотрите, в чем суть этого пула? То есть здесь еще не до конца, может быть, один или другой понимает, в чем суть этого пула. Да? Последний вопрос я специально с Ильей вчера переговорил. Да? То есть были у меня тоже два вопроса. Смотрите, с 1 июня основатели вложили 500 тысяч своих денег. Окей? То есть эти 500 тысяч они вложили, и сюда же идет, эти 500 тысяч в пуле находятся, и с каждого моментум пакета, который покупается, 5% тоже идут в этот пул. Раз. Второе. Со всех пакетов, с которыми люди заходят, с 3 по 10, 2,7% идут в этот пул. С пакетов 1 и 2, то есть 100 и 200 USDT, 4% идут в этот пул. То есть это уже у нас раз, два, три как бы источника, которые этот пул подпитывают, то есть которые позволяют этому пулу вырасти больше 500, чтобы стало. Да? Теперь вы знаете, что как только человек выводит деньги, да, прибыль забирает, то 15% этой прибыли распределяется по людям, которые над ним стоят. То есть первый получает 3,5%, спонсор со 2 по 10 уровень получает по 1%, это у нас уже 12,5%, и оставшиеся 2,5% по проценту 25 идут в пул пейсеттеров и в лидерский. Так вот, там, где люди не квалифицированы, да, прибыль, которая остается с резидуальных выплат, ее, по идее, забирают основатели, то есть это их прибыль на то, чтобы какие-то расходы... Эти деньги идут, пока этот пул действует, то есть следующие 24 месяца или год, когда 100 миллионов наберется, вся эта прибыль тоже идет сюда. Еще раз повторяю, как, из чего этот пул состоит? 500 тысяч в нем всегда лежат. С каждого моментум пакета 5% падает. С каждого пакета 100 и 200 долларов 4% падает сюда. С каждого пакета от 400, то есть с третьего пакета до 51200, до 10 пакета 2,7 сюда падает. И вся прибыль, где люди не квалифицировались на выплате, тоже сюда падает. Окей? Месяц закончился, как сейчас, мы сейчас к этому придем, как только месяц закончился, да, прибыль, которая здесь наработана, то есть сейчас этот пул вырос до миллиона, чуть больше миллиона, мы сейчас посмотрим точные цифры. Теперь прибыль распределяется пополам, да, то есть половина идет в пул билдеров и половина в пул ачиверов. Окей? 70% от этой прибыли распределяется в пулы, да, то есть получается по 35, 15 идут эндотеку, а 15, то, что по идее должно достаться основателям, они эти 15% тоже оставляют в пуле. То есть вот сегодня пул автоматически вырос на 15% без того, чтобы что-то случилось. Как только будет распределение, и те люди, которые получили доли, они эти деньги получат на свой кошелек, и этот пул сразу на 15% прибыли вырастет. И опять в июле будет так же идти. Как долго этот пул будет, эти два пула будут работать,
Два варианта есть. До июня 2024 года, это первый вариант, или один год с того момента, когда баланс ДЭЗИ фонда в Форексе достигнет 100 миллионов. Окей? Количество долей, которые можно зарабатывать, не ограничено. Каким образом доли зарабатываются? Берем сначала пул билдеров. Этот пул ежемесячный. То есть сейчас, в июле, мы, или те люди, которые в июне сейчас квалифицировались, они 1 августа получат деньги, то, что образовалось в июле. Сейчас в июле люди могут каким образом заработать долю. Для того, чтобы заработать одну долю, нужно, чтобы в вашем первом поколении был оборот, то есть купили пакеты на 5000 USDT. Причем максимально, что от одного человека может быть, это 2500. То есть, например, если один человек сделал 3000, а двое по 1000, то вы еще не получите долю. А если один сделал 3000 и второй сделал 3000, вот, пожалуйста, у вас будет одна доля. Или один сделал 2500, а еще 5 человек по 500, у вас тоже одна доля. Понимаете, да? Общая 5000 нужен оборот, максимум 2500 от одного. Распространяется на новых и старых партнеров, которые после 1 апреля 2022 года зарегистрировались. Что это означает? Те люди, которые до 1 апреля уже сюда зашли и сейчас покупают дополнительные пакеты, этот оборот не считается. От этих людей, которые до 1 апреля уже стали партнерами, считается только, если они приобрели Momentum пакет. Если они приобретают Momentum пакет, тогда это в этот оборот считается. Окей? Об этом мы уже сказали. Теперь есть еще одно такое дополнительное вкусное условие. Если вы заработали 4 доли, то есть сделали оборот 20 тысяч в месяц, то есть 2 человека зашли по 10 тысяч, тогда вы получаете 4 доли, и вам засчитывается 8 долей. Но если вы сделали, допустим, 2 человека по 25 зашли, тогда у вас будет в данном случае 10 долей, значит, будет считаться вам 20 и так далее. Если вы 3 месяца подряд заработаете 4 доли или более, тогда все оставшиеся месяцы, все, скажем, оставшиеся 2 года, вы будете получать на эти 8 долей, то есть с этими 8 долями или 10, сколько там у вас будет, вы будете в этом участвовать. Окей? Это пул билдеров. Наверное, сейчас, потому что немножко все это сложно, если у кого-то есть вопросы по пулу билдеров, может быстро на них попробовать ответить. Если у кого-то есть вопросы, не знаю, руки поднимать или микрофон, Алексей, дашь возможность включить. Ну, пока работает чат, да, я, конечно, могу дать включить микрофон, как только кто-нибудь руку поднимет. Ну, хорошо. Если вопросов нет, просто потому что это немножко сложно все. Если вопросов нет, поедем дальше. Окей? Пуль ачиверов, в чем его суть? Суть его в том, что если ваш партнер выполнит квалификацию пейсеттера, да, то вы можете стать ачивером. Что для этого нужно? Два условия или три условия выполнить. Или если вы сами уже пейсеттер, и под вами человек стал пейсеттером, то вы становитесь ачивером. Может быть и такое, что вы сами не пейсеттер, но если у вас с момента начала вашей деятельности в ДЭЗИ больше, чем 24 или больше партнера личных в первой линии, и оборот в первой линии 128 тысяч, тогда вы, хоть сами не являетесь пейсеттером, вы получаете долю ачивера. Окей? Ну все, здесь об этом мы уже сказали, что все средства, которые здесь в этом пуле собираются в живых торгах, а 70% прибыли разделяется 50 на 50 между этими двумя пулами и, соответственно, делится потом
делится потом в соответствии с тем, сколько у кого долей. То есть с этим мы тогда закончили, если нет вопросов, идем дальше. Вот здесь можно посмотреть, как выглядит на 30 июня. Вот видите, вот он пул ачиверов. То есть в общей сложности в пуле сейчас 1 128 570, да? И одна доля в пуле билдеров 167. Это, кстати, мой аккаунт. Понятно, что я в мае, значит, сделал две доли. Значит, вот пока еще не получил, но сегодня вот эти 167 упадут. Окей? Здесь это был пул билдеров. Здесь пул ачиверов, данные, опять же, на сегодняшний день. Здесь, значит, у нас понятно, что объем пула точно такой же, а одна доля составляет 10 054 доллара. Окей? Ну, а здесь показано, что, да, у этого человека 122 лично приглашенных и 187 в первой линии. То есть, ну, может он стать ачивером, если у него придет один пресеттер. То есть это то, что касается общих вопросов. Теперь я в последние дни довольно много разговоров, или мне довелось довольно много разговоров вести с людьми, и вдруг увидел, что не все, может быть, до конца понимает, что вот этот Форекс как таковой и Моментум пакеты нам дают. И я просто сделал кое-какие расчеты, и эти расчеты, и вот этими расчетами, и этими соображениями я хотел сейчас поделиться с вами. То есть мы сейчас рассмотрим, что нам дает один пакет, 1600, то есть пятый пакет, из которого 1400 попадает в трейдинг, 90%. За основу я взял 30% в месяц. Это то, что Анна не раз и не два как бы в качестве своего рода того, что реально достижимо, и что она как цель, или что Индотек как цель себе ставит в торговле Форекс. И в первые два месяца мы видим, мы получили 75%. Один или другой сможет сказать, да, уже в апреле начали, это так. Но если вы знаете, пару недель работали там с шестью аккаунтами по 500 тысяч, то есть там было 3 миллиона в торговле, а настоящая торговля началась в последнюю неделю апреля, и поэтому мы говорим практически с мая полностью Форекс начал работать. Вот здесь теперь мы произведем эти несложные расчеты. Первый месяц 1400 плюс 30%, то есть 1872 в конце месяца есть. Понятно, что у нас здесь мы работаем со сложным процентом в его самом ярком типичном выражении. То есть сегодня сделали 0,5%, завтра уже работают эти 0,5%, участвуют в торговле, на них начисляется. Просто для ясности. Второй месяц опять 30% прибавилось, стало 2430. Третий месяц опять прибавилось 3163. То есть мы видим, уже через 3 месяца у нас практически удвоение капитала. 1600 мы купили пакет, здесь у нас 3162. Четвертый, пятый, шестой. Шестой месяц, полгода закончилось. Почему мы это выделяем? Правильно, вы все помните. То есть, если человек деньги не выводит, да, то у него через 6 месяцев из его 1440 стало 6950. Даже если мы все 1600 посчитаем, ну, понимаете, что здесь у нас четырехкратное, даже больше увеличение. Но если мы 6 месяцев прибыль не выводили, автоматически удерживается 30%. Зачем, вы знаете? 15% получает Индотек, потому что Индотек иначе никаких денег не получает. Они живут только с этих 15% прибыли в тот момент, когда участники Дейзи эту прибыль выводят. Независимо это
крипто-трейдинг или форекс. И, понятно, 15% выплачивается партнерам. Еще раз напомню, мы об этом сегодня уже говорили, 3,5% это ваши директ, первая линия, и по 1% на 10 поколений в глубину. То есть отняли мы эти 30%, получается 4865. Да? Если мы говорим о пакете 1600, потому что фактически человек 1600 купил, после 6, таким образом после 6 месяцев видим реальное увеличение капитала более чем в 3 раза. Окей? То есть это уже результат, ну, с которым можно жить. Но это все идет дальше. Мы же не на 6 месяцев сюда заходим. Если мы идем на 7 месяц, берем те же 4865, то есть это та реальная сумма, которая остается после вычета 30%. 30% прибавили — 6324. 8 месяц прибавили — 8200. 9, 10, 11, 12. То есть по окончании 12 месяца у нас 23481. Понятно, что здесь нам нужно опять же отдавать 30%. Но из этой суммы нам нужно вычесть 4865, потому что это мы уже заплатили после 6 месяцев. То есть эти чистые деньги, то есть деньги, с которых нам нужно отдать 30%, так система это все точно высчитывает, то есть 18660, от них вычитаем 30%, остается 13031. 13031 прибавляем 4800, вот у нас результат работы. За год с пакета 1600, если мы деньги не выводим, получаем 17900. То есть это впечатляющий результат работы Форекса, на мой взгляд. При условии, конечно же, один или другой сейчас может сказать, да, рисовать можно много. При условии этих 30% в месяц, которые Анна постоянно как цель реальную, достижимую, опять и опять называет. И 2 месяца работы показывают, что да, это реально, с учетом сложного процента. И, понятно, с вычетом комиссии, который раз в 6 месяцев делает. Тогда у нас получается за год увеличение реальное, нетто, если хотите, увеличение капитала в 11 раз. То есть 1600 мы пакет купили, в конце сумма, которую мы можем вывести, 17900. Окей? Есть вопросы? Или голос все потеряли? Хорошо, едем дальше. Потому что один год, как мы видим, в нашей быстрой жизни довольно быстро прошло. Сначала Дейзи уже прошло 1,5 года. Потому что есть же еще и 2-й год. И здесь я хотел сказать, что те же самые результаты, более чем 11-кратное увеличение за год или удвоение за каждые 3 месяца, получается, конечно, и все, на всех других пакетах. То есть, если человек купил пакет 6 3200, то вот это у него будет за год. Если он купил пакет 6400, вот эта сумма за год и так далее. И здесь еще одно. Хотелось бы мне обязательно сказать. Если человек скажет, окей, 1600 там, или 4800, если мы берем 5 и 6 пакет, это не такие большие деньги. Если я какой-то бизнес стартую, скажем, на 2 года, да, то 5000, ну, в принципе, не такой большой риск. Конечно, кто-то может там, я не знаю, через полгода свои деньги, так называемое тело, забрать, хотя у нас здесь не инвестиция в чистом виде, и потом без риска работать. Но если человек скажет, окей, 1600, через год стало 17900, я с голода не умираю, я не трогаю деньги, то через еще год, то есть через 24 месяца, в общем случае, за 2-й год, здесь будет увеличение в 12,3 раза. То есть у него из 17900 станет 220 тысяч. Чуть больше, но я просто округляю. Окей? То есть это вот результаты, которые могут быть, я повторяю, могут быть при каких условиях? При условии, что Эндотек будет месяц за месяцем как минимум 30% в месяц давать, и мы деньги наши не трогаем. То есть при идеальных условиях, иначе говоря. Ну, при идеальных условиях. Но при реалистичных, при том. При реальных условиях,
То есть в действительности будет месяц один, где может быть будет 45%, а в другом может быть будет 26%, да? Может быть в конце у нас будет там не 17, а 15 тысяч или 16, и в конце может быть здесь будет не 220, а 190, но я думаю увеличить в 100 раз за 2 года, ну или да, пусть это будет 90 раз, то это тоже деньги, и неплохие. Понятно, что если человек заходит вот в данном случае с 12-800, то у него получается больше, чем 1,5 миллиона. Можете проверить, то есть это не мечты идиота, это реальные математические правильные цифры. Это то, что я хотел вам по поводу Форекса обязательно сказать, потому что, может быть, один или другой из вас с этой стороны на это не смотрел. Пожалуйста, если есть вопросы, я попробую на них ответить. Нет вопросов? Но если нет вопросов, тогда, наверное, будем заканчивать. Александр, ну у тебя наверняка еще пару слайдов там. Как присоединиться к Дейзи? Мы вместе творим историю, нет? Ну, это есть, но это же все знают. Это же все знают. Я просто хотел сегодня остановиться на Форексе, чтобы не занимать место. То есть это общеизвестные, наверное, эти слайды уже все 47 раз видели. На них смотреть уже не хотят. Да? Да, я даже не знаю, у нас есть ли кто-то, кто уже действительно здесь много раз и все видел. Ну, есть явно, наверное, такие люди. Конечно, вот это мероприятие будет в феврале очень интересное. Если люди, я вчера проводил, нет, позавчера уже проводил со своей группой русскоговорящих, да, и там появился интерес, то есть, скажем, я знаю, что 30 июля у нас будет большое мероприятие в Кёльне, Maritim Hotel. То есть, если у кого-то из вас есть партнеры в Германии, я буду там на месте, но понятно, что они получат от меня по полной программе поддержку на месте. Да? 8 или 7, сейчас, или 6, нет, 6 будет мероприятие в Будапеште. Там, если есть такая необходимость, ну, до Будапешта тоже легко добраться. А потом через неделю 13-го будет во Франции, скорее в Страсбурге. То есть с юга Германии, с Швейцарии, Италии, то есть все досягаемо. Многие люди, ну то есть я знаю, что в Германии это мероприятие будет очень-очень интересно. То есть там 500 тысяч человек на нем будет точно. Окей? Да, вот Кирилл спрашивает, как взять эту презентацию. Саш, может, скинешь в чат? Потому что она твоя такая, проработанная. Можно в PDF, например. Ну, хорошо, хорошо. Скину. Кирилл, конечно, спросит, в какой чат? Ну, тут уже, я думаю, что через можно найти через... Так или иначе, через своих наставников, да. Ну, конечно, конечно, конечно. Вот, да, вот этот слайд. Ага. Угу. Александр, ну что же, час, да, меньше даже, 45 минут, прекрасное время, даже еще меньше, наверное, минут 40. Вот. Затягивать не имеет смысла, ты прекрасно разложил все по Форексу, прям супер. Действительно, немногие, наверное, смотрели вот такую ретроспективу со сложным процентом. Вот. Так что спасибо тебе большое. Будем смотреть, как это будет происходить в реальности. Уже 3 месяца смотрим почти. Вот через 3 дня будет 3 месяца, как запустились алгоритмы. Пока все достаточно действительно без сбоев, я бы сказал, все укладывается в рамки прогнозов, которые Анна делала. Надеемся, что дальше также будет плюс-минус в этих рамках. А это значит, что все те цифры, которые ты показал, они будут превращаться в реальность со временем. Время уже, в принципе, 3 месяца достаточно длинное. Вот, ну, вот посмотрим через год, что будет. Вообще будет круто. Да, окей. Дай бог нам терпение, чтобы не дергать прибыль каждую неделю, знаешь, а то каждую неделю можно же выводить, и некоторые так и делают. Сложный процент не набирается. Есть именно еще одна стратегия. Именно поэтому я и хотел
эти цифры показать, которые каждый может сесть в течение буквально 3 минут проверить, и тогда станет понятно, ну, что в принципе, ну, даже 10 тысяч положил и забыл, и через год, ну, из них довольно большая сумма, а через 2 года так вообще просто не верится, что такое возможно, но цифра, она упрямая вещь, а здесь закон больших чисел срабатывает 100%. Ну, естественно, мы дисклеймер обязательно должны произнести, что это не гарантированно. Да, конечно, конечно. Я его показывал, кстати. И еще есть такая, ну, фишка, многие ей пользуются. Сначала все прибыли выводятся ровно столько, сколько ввели, вот эти 1600, например, да? Вот. И после вывода этой прибыли уже не трогаешь ничего. Тогда ты спокоен за то, что ты инвестировал. Ну, это обычно используют в хайпах во всяких, там, где боятся потерять прибыли. Ну, если у кого-то есть такая привычка, никто нам не мешает это делать. То есть можно вывести все прибыли в том размере, в который вы ввели, сколько вы купили пакетов, да, и дальше уже не трогать год-полтора и смотреть, получив в карман все, что ты вложил. Вот такая. Но здесь еще и другое, здесь немножко не тот случай. Из 1600-то 1400 лежат, они никуда не делись, и когда произойдет IPO или перетекание в фонд, то этими деньгами человек сможет распорядиться, что тоже не само собой разумеющееся, что тоже большая особенность именно DeSi проекта. Ну? Да. Окей. Вот, Арлбек хочет задать вопрос. Я нажал кнопочку. Арлбек, можешь... Пожалуйста. Да. Здравствуйте. Меня зовут Урузбаев из Казахстана. Вопрос такой: при выводе прибыли из DeSi там процент, сколько процентов удерживается? Удерживается 30%. То есть, если вы тысячу выводите в прибыли, то 700 получаете. Все понятно. 30, в любом случае, значит, 30% удерживается. Либо после 6 месяцев, либо там моментально через месяц или через неделю. Немножко не так. Если после 6 месяцев, если вы не выводили, и у вас после 6 месяцев прибыль сняли с этой суммы, то если вы позже именно эту сумму выводите, то с этой суммы деньги 30% второй раз не берутся. Берутся там с тех денег дополнительных, если, ну, скажем, через 6 месяцев у вас прибыль 2000. Из 2000 забрали 600, 1400 у вас уже очищены. Если вы выводите 1400, с них уже там только $3 берутся за перевод и все. Окей? Все правильно, предельно ясно. Спасибо. Хорошо, всего доброго, до свидания. Кота за хвост не будем, раз нет вопросов, тогда спасибо всем за внимание, до свидания, хорошего дня еще. Солнечный. Да, моментум продлен, да, вот Алекс пишет, моментум продлен в том числе сброс для пейсеттеров. Вот, да, что, все акции, что были в ноябре, да, в июне перенесены на июль. Видимо, месяцы похожи, июнь-июль, поэтому и продлили. Ну все, спасибо, друзья. Все, не будем, как сказал Александр, за хвост. До новых встреч. Саша, спасибо тебе огромное. Очень классно рассказал. До свидания. Всего доброго.